На борту этого теплохода туристы со всех концов страны. Им предстоит совершить увлекательное путешествие по одному из самых популярных на Беломоре маршрутов – Архангельск, острова легенд, знаменитые Соловки. На теплоходе «Татария» все условия для хорошего отдыха. Первое и самое яркое впечатление, конечно, это удивительное создание древних зодчих – Соловецкий Кремль. Пионеры освоения этих мест – поморы, уходя на далекий зверобойный и рыболовный промысел, открыли России морской путь через Белое море в европейские страны. И Соловецкая крепость долгое время служила форпостом на северо-западных рубежах страны. Стены эти толщиной до 6 метров и высотой в трехэтажный дом сложены из гигантских валунов, вес которых достигает 5-6 тонн. Надежная по тем временам защита. Сохранились Преображенский собор с каменной галереей, трапезная палата, пороховые погреба, различные хозяйственные постройки. Уникальный памятник древнерусского зодчества охраняется законом. Лето на Соловецких островах – пора белых ночей. Неудивительно, что буквально с первых майских рейсов и до закрытия навигации на Белом море тысячи людей устремляются сюда за 65-ю параллель, чтобы самим увидеть своеобразную красоту островов легенд.